Следующий наш собеседник, собственник торговой сети «Командор» Олег Сипетый. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. И каковы интересы у сибирского ритейла в Казахстане? В ритейле сейчас конкуренция возрастает, технологии новые, и сейчас, собственно говоря, как такового регионального ритейла нет. Сейчас, чтобы смотреть в будущее и хорошо развиваться, необходимо владеть современными технологиями, международными вообще. И поэтому вот такие вот конференции, это не только у своих соседей смотришь, как они развиваются, не только себя, а и межгосударственный уровень. Поэтому с коллегами берешь, когда лучшие практики, лучшие технологии, смотришь, как осуществляют закупки, потоки товарные. Это дает огромные плюсы. Потому что, чтобы конкурентным быть и развиваться, надо иметь технологии международного уровня. Одной из главных тем конференции заявлен обмен опытом и практиками. Как это все происходит? Это происходит через презентации, это происходит в кулуарах, разговаривают, каждый делится опытом своим. На конференции здесь создается достаточно такая теплая атмосфера и доверительная. Поэтому каждый с каждым ходит, разговаривает. Мы специально приехали, вот нас 4 человека, и по разным технологиям: маркетинг, коммерция, закупки, стратегия. Смотрим, у кого что лучше получается, и потом друг к другу приезжаем, либо вписываемся, либо через скайп обмениваемся технологиями. Очень полезно всегда бывает. И какую цель для себя поставили? Каждый ритейл ставит перед собой цель. Что вы хотите получить от этой конференции? Здесь несколько целей. Закупки на территории Казахстана, посмотреть, как здесь, какие товарные потоки, что для нас может явиться плюсом, посмотреть технологии. Вот сейчас Small компания показывала, как новые магазины открывались технологиями. Да, да, да. И у нас есть примерно такого же формата магазины. У нас есть какие-то плюсы, у них какие-то плюсы. Мы с удовольствием обменяемся, чтобы следующие магазины и у нас в России, в Сибири и в Казахстане открывались еще на более высоком уровне.